всем! Меня зовут Юля, и это канал о вязании и обо всем, что связано с вязанием. Сегодняшнее видео – это мастер-класс по вязанию вот такой красивой летней футболки. Футболка достаточно свободная, вяжется легко. И что в ней примечательного – это способ вязания. Эта футболка практически вся, несмотря на ее вот этот внешний вид, она связана лицевыми петлями. Это связано лицевыми петлями. Эта часть полотна также связана лицевыми петлями. Я хотела получить не только интересную блузку, но и получить, знаете, удовольствие от процесса. А я люблю вязать лицевыми. То есть это то вязание, когда ты просто чем-то занимаешь, да, от скуки свои руки и просто перебираешь петельки. Что еще примечательного в этой блузке? Вы можете выбрать свою лицевую сторону. Практически до последнего момента, вот довязав до проймы или вот практически даже до плеча, вы можете решить, где у вас будет лицо, а где изнанка. Вот смотрите, я остановила свой выбор вот на этом. У меня здесь лицо, здесь изнанка, тут лицо. Но я могла вывернуть свое изделие наизнанку, и у меня бы порядок моих полос был бы иным. Изнанка, лицо, изнанка. Но я остановила свой выбор вот так и стала вязать, носить изделие вот таким образом. Что касается нитки. Нитка — это гидифра версилья. Вы можете взять какую-то другую нитку, либо такую же. Вам нужно будет просто подобрать вот такую ниточку вот с такими узелками, либо разной толщины. По-моему, еще полинезия от фирмы Катя точно такую же имеет структуру. Но вы можете выбрать, повторюсь, любую. Посадка у блузки свободная. Вязалось это изделие на размер 44, то есть это обхват груди 88. Блузка свободная, о размерах чуть позже. Итак, гидифра версилья. По составу это 100% хлопок. И вот что важно, в ней 50 грамм и 150 метров. Выбирая вот такую же толщину нитки, вы получите, ну, такую же плотность, как у меня. Сейчас расскажу про размеры. Размеры вот такие у этой блузки. Это достаточно простой крой. Везде присутствуют исключительно прямоугольники, прямые линии. Только у нас плечи здесь не обозначены. Они имеют небольшой скос. Обязательно есть небольшой вырез горловины по переду и по спинке, чтобы полотно не тянуло. Посадку я люблю хорошую, чтобы, ну, все было красиво, эстетично. Плотность. 16 петель на 25 рядов, это 10 на 10 сантиметров. Обязательно вяжите образец. На спицах я вязала 5,5. Ширину полотно имеет сложным вдвое, то есть вот так. Ширина это 55, в окружности значит это 110. И напомню, что вязалось это на размер 44, то есть обхват груди 88. То есть на свободу облегания в окружности у меня добавлено 22 сантиметра. То есть 88 обхват груди, добавить 22 сантиметра, получим 110 в окружности. То есть видно, что достаточно большая футболка, она свободно сидит. И в зависимости от вашего объема груди, ну, вот такой размер вам тоже подойдет. Смотрите, будет ли у вас более плотная, либо, ну, точнее, более облегающая или более свободная посадка изделия. Как я начинала работу? Хочу отдельно проговорить про нижнюю часть блузки. В моем видео я начинаю вот с этого места. Почему? Потому что я связала всю блузку, примерила ее и поняла, что она мне коротковата. Итак, чтобы удлинить блузку и не дать краю подворачиваться, вот здесь я подняла петли снизу и провязала примерно 4 сантиметра лицевой гладью и внизу завершила платочной вязкой. Чтобы вам не мучиться, как мне, сразу начинайте вязать вот с этого места, набрав 188 петель. Это 188 петель по кругу, если вам подходит мой размер и вот такая же плотность, как у меня. 188 петель, 3-4 ряда вяжите платочной вязкой и дальше продолжайте вязать лицевой гладью. Чтобы повторить вот этот прием, я выполнила рукаве его также. Рукав вяжется от изделия
вниз, то есть 4 сантиметра также провязала лицевой гладью и закончила платочной вязкой, чтобы рукавчик не подворачивался. Все, давайте вязать интересную блузку. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь. И до новых мастер-классов, новых встреч. Хорошего вязания! Провязав 23 ряда по кругу лицевой гладью, здесь ориентировочно 9-10 сантиметров. Вот у меня закончился ряд, ориентируюсь по хвостику, большой остался. И сейчас я буду вязать изнаночную полосу, вязать ее буду следующим образом. Я беру следующую в ряду петлю, снимаю на правую спицу, не провязывая, а нить, которая у меня осталась позади работы, я перевожу вперед между спицами и возвращаю петельку обратно на левую спицу, не провязанную, но обхваченную рабочей нитью. Так вяжутся укороченные ряды. И точно таким же методом мы сейчас будем вязать эту майку. Так, я развернулась наизнанку и просто провязываю сейчас петли на левой спице, которая у меня сейчас в руках, вот с этой стороны, лицевыми петлями. То есть я вязала с лицевой стороны лицевыми петлями. Сейчас я развернулась на изнаночную сторону и буду вязать с изнаночной стороны тоже лицевыми петлями. Когда я провяжу целый ряд, встретимся вот здесь, где у нас обхваченная петля. Так вяжем лицевыми петлями, которые с лица становятся изнаночными. Я провязала ряд. До того момента, когда я развернулась и стала вязать в обратную сторону, все петли ряда провязаны лицевыми. И сейчас подошла к той петле, которая обхватывала вот этим как бы пояском. Поступаем следующим образом. Подхватываем этот поясок правой спицей и надеваем его на левую спицу. И сейчас нам нужно провязать этот поясок и нашу рабочую петлю вместе лицевой петлей. Смотрим, чтобы наша рабочая петля не была скрещена, провязать следующим образом. Я разверну спицу, петлю таким образом, чтобы она смотрела правой стенкой, располагалась перед спицей, и завожу свою рабочую спицу слева направо, то есть через вот эту надетый поясок, который мы сейчас надели на спицу, в нашу рабочую петлю. И провязываем вот таким образом. Почему мы так провязываем? Обратите внимание, сейчас при провязывании хорошо видно, что поясок и петля провязаны, то есть он находится за петлей. Все, у нас сейчас все петли в работе лицевые. Продолжаем вязать просто лицевыми петлями столько же рядов, сколько было провязано в самом начале. У меня это 23. Получаем с лицевой стороны над лицевыми петлями изнаночные петли. Выглядит это вот таким образом. Продолжаем вязание. Я провязала второй блок, 23 ряда. Вот так выглядят изнаночные, лицевые. И мне вновь необходимо разворачиваться, чтобы вязать следующую часть. И снова это будет, то есть изнаночные петли над лицевыми. Для этого я вновь развернусь, как показывала ранее. Вот моя петля, я ее снимаю, нить работы, перекрещиваю вперед, ниточку перекладываю, разворачиваюсь и вяжу в обратном направлении все петли лицевыми. Когда дойду до места, где у меня выполнен опоясывание, выполнено лицевой петли, я вновь провяжу, накинув поясок на петлю вместе, и буду вязать снова лицевыми петлями. Вот таким образом вы вяжете все полотно, и у вас будут всегда в вязании лицевые петли, но появляться узор изнаночный и лицевой. Все, так вяжем нужную вам длину до начала проймы, и будем в том месте разделять вязание на перед и на спинку. После того, как вы свяжете необходимую длину майки до проймы, необходимо поделить количество петель на две абсолютно равные части и продолжать вязание поворотными рядами отдельно
переднюю часть и вторую часть. Я не буду показывать, потому что это, ну, все-таки должно быть знание для вязания такой майки поворотных рядов. Я вязала здесь уже не только лицевыми, но и простыми изнаночными петлями, потому что в лицевом ряду лицевые петли, в изнаночном ряду, соответственно, изнаночные петли. И обязательно также нужно продолжать вязать одинаковое количество, да, высоты лицевых и изнаночных вот этих полос. Я связала 22 сантиметра вот так в высоту переднюю часть и на 2 ряда больше спинку. Для того, чтобы сформировать вырез горловины и плеч, я взяла и все количество петель спинки, сейчас я работаю со спинкой, поделила на 3 одинаковые части. Если какая-то петля у вас не получается, куда ее поделить, убирайте ее вперед. У меня плечи по 31 петле, а вырез горловины, соответственно, 32 петли. Итак, 31 петля, 32. И сейчас я буду формировать вырез. Вы видите, что я уже связала перед тоже. Итак, мы берем и сейчас будем провязывать все петли. У меня остались петли здесь наверху лицевые. Я буду вязать лицевыми. И я довяжу, не доходя до конца всех петель. То есть вот у меня плечо, левое плечо. Я делаю спинку, не дойду до конца. 10 петель. Вот у меня плечо, здесь 31 петля, то есть 10 петель я не довяжу и развернусь в обратную сторону. А вырез горловины, соответственно, по центру я также петли закрою. Сейчас я это буду делать в одном ряду. Провязываем все петли правого плеча. Здесь все петли лицевые. И переходим на горловину. Итак, я провязала все петли плеча. Это маркер начала горловины. На горловине провязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие петли 1, 2 провязали и закроем. Из двух петель вторую от края накидываем на первую. Вот обычный способ закрытия петель. Провязываем следующую петлю. И опять вторую от края накидываем на первую от края. Провязываем следующую петлю. Вторую от края накидываем на первую. Так мы закроем петли, не дойдя до следующего маркера 6 петель. Итак, я не закрыла 6 петель перед маркером. 5 петель на левой спице и вот одна петелька справа. Оставшиеся петли я просто провязываю, перебрасываю маркер на правую спицу и не довяжу до конца 10 петель. Не довязали 10 петель, перебрасываем на правую спицу одну петлю, закидываем ниточку вперед, возвращаем петлю на место, разворачиваемся. Вяжем в обратную сторону все петли, которые у нас здесь есть. То есть мы сейчас будем вязать правую и левую половинки наших плеч отдельно. То есть вот я вяжу в обратную сторону. С лицевой стороны это были у меня лицевые петли. С изнаночной вяжу изнаночные петли. Вот таким же образом я провязывала поворотные ряды, когда отдельно вязала перед и спинку. Последняя тоже изнаночная. Разворачиваемся. Вяжем в обратную сторону, снимаем первую петлю, вторую провязываем, первую кромочную набрасываем на вторую, вторую снимаем, провязываем, вторую на первую и третий раз закрыли 3 петли. Все остальные провязываем. И теперь мы сейчас провяжем 10 петель после маркера. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снимаем следующую петлю, набрасываем, надеваем обратно, разворачиваемся, вяжем в обратную сторону. Вяжем до конца все петли с изнаночной стороны, изнаночный ряд.
переснимаем маркер. После маркера раз, один, два, три петли. Вяжем в обратную сторону. Итак, сейчас мы закроем оставшиеся петли горловины. Первую снимаем, вторую провязали, первую набросили на вторую. Вторую сняли, провязали, первую набросили на вторую. Снимаем маркер и делаем еще раз. Провязываем, первую набрасываем на последнюю. И сейчас мы провяжем все оставшиеся петли плеча. Все петли, которые у нас остались, это остались петли плеча. И у нас сейчас будут две петли с пояском. Вот первая петля. Точно так же набрасываем наверх, провязываем лицевой. Так провяжем все петли. Провязав все петли, оставшиеся это петли плеча, мы разворачиваемся и в обратном направлении будем уже закрывать петельки. Мы снимаем первую, и здесь мы будем, провязывая изнаночной петлей, набрасывать первую на вторую, потому что мы находимся с изнаночной стороны. Изнаночной провязали, первую набросили на вторую, ну или вторую на первую, в общем, смотря откуда считать. Не вяжите слишком туго, так, я потеряла петельку, чтобы плечо не стянуть вот этим швом закрытия петель. Провязали все петли, закрыли их, обрезаем ниточку и вытягиваем петельку, чтобы у нас ничего не распустилось. Все, одно плечико готово, небольшой уклон, это очень будет хорошая посадка, не будет торчать плечо. Теперь нам нужно выполнить соседнее плечо, собственно, левое. Выполнять мы будем его следующим образом. Берем ниточку и петли, вот у нас петли, плечо. Первые 10 петель мы просто снимаем на правую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И только сейчас начинаем вязать. То есть мы делали укороченный ряд. Мы просто эти петли не провязали. 1, 2. А, все, вяжем до конца все оставшиеся петли. И петли горловины в том числе. Провязав все петли до конца, разворачиваемся и первые три петли закрываем. Первую снимаем, провязываем изнаночной вторую петельку, вторую на первую накидываем. Раз. Также поступаем со второй. Ой. Два. И с третьей. Три. Остальные петли горловины провязываем, переснимаем маркер и провязываем 10 петель плеча. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снимаем следующую петлю, перекидываем ниточку, надеваем петлю обратно, разворачиваемся. Вяжем в обратную сторону все-все петли. И когда будем вязать обратно, закроем оставшиеся петельки горловины с изнаночной стороны. Переснимаем маркер. 1, 2, изнаночная 3. Разворачиваемся в обратную сторону. И 3 петли, оставшиеся у горловины, закрываем. Первую снимаем, вторую провязали. Набросили раз, два, маркер снимаем и третью петлю закрыли, три. Оставшиеся петли, которые у нас на спице, это петли плеча. Мы их провяжем сейчас до конца, а когда в обратную сторону будем вязать, мы их все сразу закроем. Провязали все петли, не забывая поднимать петельки с пояском, на которых мы разворачивались. Провязываем каждую петлю с лицевой стороны лицевыми петельками и вторую набрасываем на первую. В общем, закрываем петли не сильно туго и таким образом мы выполним второе плечо спинки. Закрыли все петли правого плеча, вытащили ниточку, все, у нас спинка готова, приступаем к переду.
Приступаем к переду. Напоминаю, что перед у меня связан на 2 ряда короче, чем спинка. Я сейчас нахожусь с изнаночной стороны. У меня также развешаны маркеры. На 3 части поделила. Я сейчас не довяжу до 2 маркера 6 петель. Не довязали 6 петель. Разворачиваемся в обратную сторону. Сразу петли будем закрывать. И закроем все петли, также не дойдя до маркера, 6 петель. Первую снимаем, вторую провязываем. Первую накидываем на вторую. И так закроем петельки. Это будет горловина переда. Начало горловины переда. Не довязали 6 петель. Остальные петли просто провязываем. И мы так провяжем все петли с лицевой стороны до самого конца и все петли с изнаночной стороны до самого конца, и встретимся вот здесь, когда мы будем вязать снова в ту сторону по лицевому ряду. Итак, сейчас мы закроем на горловине 2 петли. Одна петля закрыта, вторая петля закрыта. Оставшиеся петли мы провяжем, и в том числе все петли плеча. И также провяжем все петли с изнаночной стороны. И снова встретимся вот в этой точке. Мы снова у петель горловины. Теперь мы вновь закроем 2 петли. 1, первую снимаю, вторую провязали, накидываем. 1 петлю закрыли, 2 петлю закрыли. Оставшиеся петли горловины провязываем. И вот сейчас, когда мы вяжем петли плеча, мы не довяжем до конца 10 петель. И повторим ровно то, что мы выполняли с петельками спинки. Провязала, снимаем петлю, перекидываем ниточку вперед, возвращаем петлю, вяжем в обратную сторону все петли изнанки. Снова мы 2 петельки горловины закрываем, оставшиеся, первую и вторую. И сейчас мы провяжем 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И развернемся в обратную сторону. Если есть какой-то диссонанс с плечом переда и спинки, ничего страшного, у нас достаточно пластичное полотно, футболка свободной посадки, и даже если в одном ряду мы ошибемся, не страшно. Так, мы развернулись и провязали все петли в обратную сторону. Теперь мы сразу давайте будем провязывать петли и закрывать их. Провязываем лицевой петлей и закрываем петельку. Провязываем и закрываем. Поворотную петельку берем, набрасываем ее поясок, провязываем и закрываем. И так все петли. Провязали все петли, вытаскиваем последнюю ниточку и приступаем к другой половине переда. Начинаем вязание с лицевой стороны, с правой стороны, там, где у нас пройма. Вяжем все петли до конца. По рисунку у нас это лицевые петли. Провязали все петли с лицевой стороны, развернулись на изнаночную сторону и сейчас закроем 2 петли горловины. Первая петля, вторая петля. Остальные петли провязываем до конца изнаночными петлями. С лицевой стороны мы также провязываем все петли до самого конца. Провязали все петли с лицевой стороны, разворачиваемся на изнаночную сторону и вновь закрываем 2 петли горловины. Первая петля, вторая петля. И в этом же ряду мы не довяжем до конца 10 петелек. Начинаем формировать плечо. 10 петель, одну сняли,
ниточку перекинули, забросили обратно ниточку и петлю. Так, развернулись в обратную сторону, вяжем до конца. Провязали все петли, снова развернулись и закрыли оставшиеся две петли горловины. Первую сняли, вторую провязали, накинули первую на вторую, сняли маркер и еще одну петлю закрыли. Теперь провяжем 10 петель и развернемся в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сняли петлю, перекинули ниточку, вернули петлю в обратную сторону, развернулись. Вяжем до конца лицевые петли. Провязали все петли, последняя у меня кромочная. Развернулись, и у нас остались на спицах только петли плеча. Мы их сейчас будем закрывать. Снимаем первую петлю. И закрывать мы их будем через изнаночную петлю. Провязываем изнаночную и одну петлю накидываем на вторую. Так до конца. Итак, закрыли петли спинки и переда. Теперь необходимо сшить плечевые швы. Сшивать можно совершенно любым способом, каким вам удобно. После того, как вы сошьете плечевые швы, мы будем набирать петли для рукава. После того, как у вас сшиты плечевые швы, они у вас должны быть немного идти вниз, потому что мы делали скос плеча, необходимо набрать петли для рукава. Как мы это делаем? Берем ниточку, берем спицу обычную, которую вы вязали все изделие, и начинаем набирать петли. Петли набираем из первой петли после кромочной. Вот у нас кромочные петельки. Вот они. После кромочной петли мы вот так переворачиваем и видим, у меня здесь не подвытянутые, вот эти перемычки внутри петли. То есть петля у нас вот состоит, вот петелька. Это первый ряд петель после кромочной. Следующий ряд уже будет вот этот. Вот он второй. Это перемычка между первым рядом и вторым рядом. Нам нужен первый ряд. Так вот. Вот кромочная петля, первая стеночка и первые перемычки после стеночки. Мы ныряем между перемычками, вот так внутрь петель. И подхватываем с изнаночной стороны нитку нашу рабочую. Первая. После перемычки в следующую ныряем. Вторая. После перемычки в следующую наверх. Третья. Вот следующая петля, вот перемычка и вот эта дырочка, мы должны сюда нырнуть. Но мы ее пропускаем, чтобы соблюсти плотность, и ныряем через одну в следующую. Один, перемычка, два, перемычка, три. Следующую петлю, вот она, мы ее пропускаем. Снова один, два, три делаем. Там, где у нас начинаются изнаночные ряды, мы также просто в изнаночную петлю ныряем внутрь. Вот у нас петелька, мы пропускаем. И следующую. И так далее мы набираем петельки по кругу, по нашей прямой проме. Набирайте не туго, нельзя затянуть этот край. Когда вы наберете наверх по этой стороне, продолжайте опускаться, набирать по противоположной стороне. И замкнуть изделие, точнее пройму в круг. И получается у вас круговые петли для рукава. И просто продолжайте вязать по кругу. Я буду вязать изнаночной гладью, вот этой. Провязать нужно порядка 4-5 сантиметров прямо. А потом будем понемногу сужать рукав. И встретимся во время сужения рукава. После того, как вы свяжете нужную длину рукава по прямой, теперь необходимо сделать его сужение. Буду сокращать в одном ряду 6 петель. Нужно равномерно сделать сокращение по кругу. 3 петли сократим с одной стороны, 3 петли с другой стороны. Я буду это делать на глаз, не буду вести точный расчет количества петель. Хочу сразу оговориться, я не делаю точных расстояний между сокращениями, делаю все на глаз, только потому, что у меня вот такая
неровная нитка, которая имеет узелки, какие-то утолщения и утоньшения. Если у вас ровная нить, равномерная по всей длине, то вам обязательно нужно будет выполнить расчет общего количества петель, поделить на равные части и сделать одинаково сокращение по кругу. Мы провяжем примерную 1/3 с одной стороны и провяжем, развернем петельки правой стеночкой перед спицей, если у вас иначе, то не разворачивайте, и провяжем изнаночные петли, 2 изнаночные петли одной изнаночной петлей, снова примерно 1/3, и провяжем 2 изнаночные одной изнаночной петлей, развернем правыми стенками перед спицей и провяжем одной изнаночной петлей 2 петельки. Мы так сделаем по кругу. После того, как я сделаю сокращение 6 петель по кругу, я провяжу 2 ряда без изменений. Провязали 2 ряда. Теперь вновь делаем 6 сокращений по кругу равномерных. Провяжем примерно 1/3 с одной стороны, сделаем сокращение точно так же с другой стороны, сократим по кругу и вновь вывяжем пару рядов после вот этого круга сокращений. Провязали. Теперь в текущем ряду мы сократим 3 петли равномерно по кругу. И дальше будем вязать уже прямо, провяжем изнаночной гладью 23 ряда, чтобы получилась здесь полоса такая же, как у нас на теле нашей футболки. И после 23 рядов изнаночной глади будем вязать лицевую гладь. Провязав 23 ряда изнаночной гладью, я перешла на лицевую гладь и здесь провязала 9 рядов. Теперь я буду вновь вязать изнаночные ряды. Это я сейчас делаю для того, чтобы у меня рукав не подворачивался во время носки. И сейчас я сделаю 3 ряда изнаночной гладью. Причем в первом ряду я провяжу все петли без изменений. Второй изнаночный ряд, в нем я вновь сделаю сокращение равномерно 6 петель. Сделаю я это для того, чтобы у меня рукав не топорщился внизу и принимал такую форму более округлую. Итак, этот ряд вяжем без изменений, а в следующем ряду в изнаночном сократим 6 петель и еще один изнаночный ряд просто также провяжем прямо. Провязав 3 ряда изнаночной гладью, теперь мы начинаем закрывать. Закрываем через лицевые петли. Лицевая, вторая лицевая, первую лицевую провязанную набрасываем на вторую. Дальше. Лицевая, снова первую лицевую провязываем на вторую. И так далее мы закроем все петельки нашего рукава. Второй рукав сделать аналогично. Когда вы будете набирать петли внутри проймы второго рукава, обязательно сосчитайте количество петель здесь и количество петель, которые вы наберете на второй пройме. Конечно же, их должно быть одинаковое количество. И рукава наши будут готовы. Обработка горловины. Мы будем обрабатывать горловину крючком, удобной для толщины для соответствующей пряжи. Возьмем такую же ниточку, отмотаем небольшой хвостик, чтобы потом было удобно заправить, и будем вязать столбики без накида, классические, чтобы у нас горловина не заворачивалась и получился такой как бы рулик. Начнем, наверное, вот где-то в районе плеча. Здесь нет особых таких законов, здесь тем более мне сложно, потому что разной толщины ниточка. Я буду вводить максимально крючок, максимально близко к краю, но не в кромочную, чтобы не было вот этой растяжки, а в крайнюю петельку, чтобы подхватить в том числе петлю, которая не будет растягиваться. Я возьму петлю и вот сюда ее выну в кромочную. И делаю первую петельку вот у меня на крючке. Вторая петелька, вот здесь она у меня находится, следующая петля в кромочной, вот петелька, вот она, только мне нужно ввести крючок в нее как бы с лицевой стороны и вот туда заправить в кромочную.
вот сюда. Берем вторую петельку и провязываем столбик. Дальше берем, подхватываем петельку, провязали столбик без накида. И так далее провяжем по кругу. Просто вводите в крайние петельки удобный вам ваш крючок и провязывайте столбик без накида. Вот такие получаются косички, будут аккуратные по краю. И благодаря этим столбиком у вас не будет заворачиваться ваша горловина. Также можно еще немножко ее отформировать и сделать более аккуратной. Ну и так далее продолжаем по кругу. Провязав по кругу, мы имеем вот такую картину. У нас столбики без накида. И при желании вы можете связать еще раз по кругу тоже столбиками без накида. Уже у вас есть вот эта цепочка, куда можно провязывать. Делаем одну петельку подъема. Я сделаю себе еще один ряд. Я провяжу каждый столбик без накида. Итак, по кругу мы сделаем второй ряд. Это будет более такая декоративная обработка. Но смотрите также, необходимо ли это делать вам по вашей ниточке вторую высоту. И все, и горловина у нас будет обработана. Вот так получается горловина. Также хочу сказать обязательно, что не стоит затягивать вот эти части и, в принципе, всю горловину, когда вы делаете столбики без накида. Потому что иначе у вас сильно сузится объем горловины, и вы можете просто не пролезть туда головой. Поэтому будьте внимательны в затягивании вот этих столбиков и, в принципе, в плотности вязания. Здесь немножко у меня торчит. Это выручит, придет на помощь влажно-тепловая обработка. Я постираю футболку, немножко запарю эти места, и все будет хорошо.